5 4 3 2 1 Да, на беговой дорожке, собственно, у нас два вида остались заключительные. Как правило, они завершают чемпионаты крупные, 4 по 400 эстафета. И первая эстафета у женщин. И вот в этой эстафете у нас побежит российская команда. Яна Глотова начинает у нас, Алина Галицкая, Юлия Колтачихина и Екатерина Ренджина. Вот наш состав. Ну, конечно, здесь сильны американцы, американки, что говорить. Они по девятой дорожке стартуют, команда России по третьей. Но у нас всегда были традиционно сильные девчонки на 400 метров. Поэтому должны составить конкуренцию, во всяком случае. Ну, не дать легко им обыграть себя. При предварительном забеге не так хорошо, в общем-то, как мы хотели бы. Бежали россиянки. Дистанция сама по себе очень тяжелая. Ну, может, кто-нибудь здесь тоже с передачей напутает. Вот россиянки заняли третье место, 3:35.83 показали. А американки 3:34.25 в своем забеге. 3:39.54 Польша в своем. Ну, да, в нашем забеге Ямайка показала 3:34.96, Канада 3:35.56. Но во многих командах наши-то, собственно, выступают в том же составе. А что касается американской сборной, они выставили здесь... Усилили, да? Да, всех сильнейших. Посмотрим. Спорт есть спорт. На дистанции все, что угодно может произойти. Но без боя не должны сдаваться. Естественно. За команду США здесь бегут Эшли Спенсер, чемпионка в личном виде на 400 метров, и Эрика Рюкер, которая завоевала бронзовую награду. Рюкер начинает, а Спенсер заканчивает эстафету. Конечно. Ну, здесь важно еще сильный. Правильно распределить по дистанции. Вот есть тренеры, которые очень умело расставляют спортсменов по дистанции. Это тоже большое мастерство. Ну, часто бывает, сильнейшего ставят на первое, а все-таки большей частью все-таки на заключительное. А здесь у них две сильных. Одну поставили на первый этап. Ну, призеры все, да? Да. Другая замыкает. На последний. И вот уже сразу Рюкер какой отрыв создает, и чувствуется, что уже просто с ними бороться весьма будет сложно. Очень большой отрыв. Интересно, сколько она на первом этапе пробежала по времени. Обычно даже если в эстафетах бегут быстрее, чем в личном первенстве. Ну, в принципе, сейчас Астан 58,6, но это не очень... на первом этапе это всегда не очень точно. Да. Ну вот как россиянки сейчас выйдут на общую прямую, какими? Пока такое ощущение где-то пятыми. Но американки убежали, считайте. Ну и шестерки пока. Команда Ямайки бежит на второй позиции. Ну, сразу по бегу можно определить. Ну, конечно, классно, классно бежит. На такой дистанции, да. Ямайка проигрывает много, но выигрывает у остальных. И здесь вот такая борьба. Вот Алина Галицкая. Вот так, смотри, полячка. Ну, так, нелегко, нелегко. Галицкая у нас лидер, да, на 400 метров? Нет, ну, я думаю, что вот Ренджина все-таки у нас, наверное, посильнее, ее на последнем этапе. Вот Колтачихина сейчас, по-моему, на четвертой позиции, сейчас посмотрим. Ну, такая девушка, она и в забеге, она хорошо бежала. Нет, все-таки польские бегуни, надо же, ушли.
от остальных, и получается, что за медали-то не побороться уже. Посмотрим, подождите еще. Ну, подождем, да. Да, да, здесь еще пока... Вот Колтачихина какой... Четвертая? Вот она возглавила ту группу. Да, четвертая пока. Да. Она, а девушка, Ямайка, там... Ямайка что творит? Пожалуйста, уже они приблизились к полякам. Да, молодец, 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 быстро, девчонки. Быстро, молодец. Видимо, начала. И вот сейчас решающий этап. Ну, если Спенсер, я думаю, все-таки удержит лидерство, ну, а здесь Екатерина Ренжина все, какой? Все, они запутались. Ой, передача какая неудачная была. Да, я думаю, так останется. Единственное, что кто третье место, за третье место будет борьба. Мне кажется, Спенсер тут не догнать. Покажите нам лучше. Да, вот. За третье место будет борьба. Четыре спортсменки претендуют. Ну, где же? Ну, так ну, тоже так не это... очень правильно сосредоточиться на лидеров. Как там Ренжина? Весьма сложно, да, так разглядеть. Кто-то вот там выходит вперед. Хорошо бы, если бы это наш. По-моему, это и Ренжина и была. Посмотрим. Мне все-таки хотелось бы, чтобы режиссеры как-то так получше показывали борьбу за все медали. Здесь достойно, если понятно. Третье место. Такое ощущение, что Ренжина набежала очень хорошо. Посмотрим. Очевидные лидеры. 3:30:01 результаты команды США. Это лучший результат среди эстафетных команд в мире, среди юниорок. Ямайка 3:32:97. Так, кто же третий? 3:91 в 2000-м, но 1:96 в 2002 году. Ну, давайте сейчас посмотрим. Нет. Это передача эстафет. Да, как, может, покажут поближе, как там российская команда у нас. Завоевала бронзу? Да. Сам итог уже приятный. Уже бронза есть, это уже здорово. В эстафете 4 по 400. Это... Ну, кстати, вот и у Кучиной тоже бронзовый. То есть мы две бронзовые медали заключили. Да, бронза тоже неплохо. Да, и вот, вот эта таблица окончательная. Уже больше ничего не показали нам. Да, разрыв приличный. 3:30 и 3:36.